островок цивилизации на курорте Кирилловка. Потому что это, в общем-то, курорт национального значения еще со времен Советского Союза. Mm-hmm. Много поколений выросло на нем. Это как конфетка Дюшес, знаете. Вкусная, но недорогая. То есть у многих воспоминания с Кирилловкой как раз mm-hmm. это вот детство. Но, к сожалению, инфраструктуру не на должном уровне развивали, а только сейчас, как бы, с появлением нашего вот объекта, острова Сокровищ, мы там самый большой инвестор в этой Кирилловке. Значит, я вижу, что мы задали хороший импульс, начали строиться новые базы. Руководство области всерьез задумалось над темой канализации водопровода. Mm-hmm. Вот. И, в общем-то, люди потихонечку от слов переходят к делу. И я думаю, через некоторое время мы увидим уже совершенно другой курорт. В прошлом году на 30% с открытием аквапарка увеличилось посещение самого курорта Кирилла. Значит, аквапарк расположен на площади 60 тысяч квадратных метров или 6 гектаров. Он является самым крупным. Наш ближайший конкурент имеет площадь 4,5. То есть фактически мы на четверть опережаем. Плюс у нас есть еще возможности расширяться. На перспективу мы обязательно будем это делать. Значит, количество аттракционов, 36 аттракционов, всевозможные водные горки для детей, для взрослых. В детской зоне, которой мы уделяли особое внимание, так как это детский курорт, значит, пиратский корабль 16-метровый, их всего фирма-производитель выпустила 4, 4 в мире. Один находится в Кирилловке, один в России в Геленджике, один в Арабских Эмиратах и один в Америке. Вот это в натуральную величину, такое судно пиратское. Детки очень его любят. Детский бассейн, он разделен на две части. Для самых маленьких глубина 40 сантиметров, для деток чуть постарше 80 сантиметров. И работает анимация. Анимация, детки делают гимнастику утром, вечером, дискотеки, проводят различные конкурсы. В общем, мамы с папами могут спокойно отвлечься от таких непосредственно от своих малышей, абсолютно быть уверены в их безопасности, что у нас спасатели, 50 человек в аквапарке работают. Специально мы их обучаем все 9 месяцев, в общем-то, как и весь персонал. Это отдельная тема. Я уделяю, в общем-то, сервису в нашем аквапарке особое, как бы, внимание. Потому мы готовим за 9 месяцев своих профессиональных поваров, охранников, спасателей и весь персонал. Я считаю, что люди, которые заходят на территорию аквапарка, должны получить максимально комфортные условия для того, чтобы они оздоравливались, получали положительные эмоции. В общем-то, то, что мы, в общем-то, как результаты видели на протяжении первого сезона. Детский смех, радость в глазах, слова благодарности, знаете, это такой созидательный бизнес. Было очень приятно. Я первый сезон, все 3 месяца находился именно там на месте. Я пробовал все блюда, ходил, смотрел на качество воды. Отдельно хотел бы про воду сказать. Мы ее добываем из скважины с глубины 110 метров. Вот. Она, в общем-то, в своем натуральном виде минеральная вода. То есть она по вкусовым качествам и по химическому составу. Потом она проходит тройную очистку, у нас все испанское оборудование. И, в общем-то, смело заявляю, что такого качества воды нету ни в одном аквапарке. Она соответствует мировым стандартам.